В январе общественности стала известна информация о взятии в заложники популярной певицы Софии Ротару. Мужчина, позвонивший полицию, заявил, что удерживает женщину в квартире на Садовом кольце. Полиция оперативно отреагировала на сообщение, но никого на месте не обнаружила. Позже оказалось, что София Ротару в этот момент находилась на отдыхе, а не в России. Директор «Звезды» дал по этому поводу исчерпывающий комментарий. София Михайловна с юмором относится к таким новостям, поделился со СМИ концертный директор «Ротару» Сергей Лавров. В тот момент она вместе с семьей отдыхала в Испании. Когда прочитала в интернете о собственном похищении, конечно, долго смеялась, пошутила на эту тему. Несмотря на нынешние отношения между Россией и Украиной, приятно, что столько людей, россиян, за меня переживают. Начали звонить, писать, интересоваться, все ли хорошо. Особенно забавной ей показалась подробность про квартиру на Садовом, где Софию Михайловну якобы удерживали. Где там нужно было еще и как-то оказаться? Говорит, мол, получается, приехала в столицу и пошла по чужим апартаментам шататься. Потом ее и захватили.